На территории Брестского района расположено много школ под ввоз учащихся, в которые производится с помощью специально предназначенного транспорта. Проверка школьных автобусов, а также компетентности водителей – зона особого контроля сотрудников госавтоинспекции. В ходе осмотра важна каждая деталь – от технического состояния оснащения до наличия действительных документов аптечки и огнетушителя. Особо специалисты выделяют следующие моменты. Работоспособность ремней безопасности, чтобы они работали и были закреплены, чтобы ребенок в случае экстренной остановки автобуса не пострадал и был крепко зафиксирован в самом ремне безопасности. Также оборудование кресла получается подлокотниками. Когда ребенок садится, он этот подлокотник опускает и находится в таком зафиксированном состоянии, чтобы в случае, опять же, непредвиденных экстренных ситуаций ребенок не пострадал. Среди тех, кто добросовестно относится к своим обязанностям, Анатолий Галянтич, водитель школьного автобуса с 5-летним стажем. В день он перевозит более 100 детей. Надо всегда быть внимательным, сосредоточенным, потому что это возим самые главные, самые ценные – это дети. В течение дня где-то я перевожу в районе 115 детей. Ну и надо смотреть за ними. Но и сами водители должны соответствовать высоким требованиям, а потому минимум раз в полгода проходят тест на знание правил дорожного движения, а также технический инструктаж, тем самым подтверждая соответствие занимаемой должности. Сотрудники отделения технического надзора проводят очередную контрольную проверку технического состояния школьных автобусов, которые осуществляют регулярный подвоз школьников к учреждениям образования Брестского района. Сотрудники госавтоинспекции тщательно осмотрели транспортное средство на наличие технических неисправностей. Водители, которые осуществляют перевозку детей, проверены на предмет совершения нарушений правил дорожного движения, срока действия водительского удостоверения и медицинской справки. Кроме того, инспектора провели инструктаж водителей по правилам перевозки детей пассажиров, а также безопасного управления в сложных погодных условиях. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.